Всем привет, с вами Inform TV. Нина Гагаева – российская актриса театра и кино и исполнительница главных ролей в сериалах «Меч», «Судья» и «Лесник». За актерский талант девушка уже удостоилась негласного титула «Самая красивая следователь российского кино». Замуж Нина вышла еще на втором курсе. Супругом девушки стал человек, не имеющий отношения к актерской профессии. В этом Гагаева видит главную причину разрыва. Супруги смотрели в разные стороны. Актриса при этом ни о чем не жалеет, хотя развод спустя 3 года после свадьбы стал для Нины тяжелым испытанием. За распад семьи Гагаева долгое время чувствовала вину перед ребенком. Сейчас сердце Гагаевой свободно. Личная жизнь для актрисы – это Влад, мама и семья брата, где подрастают дети. Девушка отдает себя целиком и полностью актерской профессии, занимается воспитанием сына. С бывшим мужем при этом поддерживает хорошие отношения. В этом году намечены 2 премьеры с участием исполнительницы. В детективном триллере «Под напряжением» актриса предстала перед зрителями в образе следователя. А также главную роль она исполнит в сериале «Взрыв». А как вам кажется, почему Гагаева до сих пор не нашла своего возлюбленного? Неужели требования слишком завышены? Пишите в комментариях. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь. Удачи!